Банковская система Украины за 5 месяцев, январь-май этого года, получила 10,37 миллиарда гривен убытка, в то время как за аналогичный период прошлого года прибыль банковской системы составила чуть больше 1 миллиарда гривен. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. По информации НБУ, получение такого результата в значительной мере обусловлено убытками банкам, в которых фондом гарантирования вкладом физических лиц были введены временные администрации. И без учета этих банков за январь-май банки получили 3,7 миллиарда гривен прибыли. Доходы банков за указанный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 34,3%, расходы почти на 53%.